чем секрет счастья человека? Наши мудрецы, благословенные их память, сказали нам: «Эйзу ошер асамех бахалко». Кто действительно счастлив, тот, кто радуется своей участи. Интересное открытие в этом сделал в свое время, будучи ребенком, праведник, которого звали Раби Нахум из Чернобыля. Будучи совсем маленьким, он осиротел, и добрые люди приютили его у себя. Когда все жили очень бедно, и понятно, что получить кусок хлеба в такой семье, где было много детей, было непросто. И очень часто родители той семьи выделяли своих детей, а маленькому Нахуму доставался просто крошка хлеба. И ему было очень обидно и больно. И однажды он стал очень плакать. И в наказание за то, что он плакал, его поместили в темный чулан, чтобы он подумал, какое добро с ним делают, и он еще плачет и требует чего-то большего. Вот сидя в этом чулане, он успокоился, и вот он заметил, что на окне стоит кувшин с белой жидкостью. Он обрадовался: «У-у-у, как здорово! Теперь у меня будет молоко, хлеб с молоком, как здорово!» Бежал к этому окну, окунул туда свою горбушку, и когда засунул в рот, к большому своему сожалению, он почувствовал, что это известь, не молоко. И так он остался даже без своей единственной горбушки, которая у него была. И маленький мальчик из этого выучил всю свою жизнь, что когда человек не умеет ценить то, что есть у него, но он и теряет ту вещь, которая есть у него. Поэтому давайте мы с вами будем, чтобы быть счастливы, будем ценить то, что у нас есть, чтобы не потерять этого. Так давайте будем с вами счастливы.